Привет, друзья! Тема нашего первого урока – профессиональная этика фотографа. Поехали! Хороший фотограф обладает терпением и решительностью и приверженностью к четким этическим нормам. Долг фотографа – запечатлеть интересные кадры, не искажая обстоятельств. Перед тем, как взять интервью, вы должны четко определиться с темой, рассчитать время, которое займет видеосъемка, и узнать, какие условия будут для интервью, комфортно ли будет вашему собеседнику и что можно изменить, если это не так. Одно из самых главных правил фотографа – прийти на место съемки за полчаса, будь то концертный зал, палата проживающего или холл любого помещения. При фотографировании следует расположиться так, чтобы лица моделей на коляске оказались на одном уровне с фотоаппаратом, чтобы человеку не пришлось запрокидывать голову. Во многих случаях это неудобно и может быть даже болезненно для человека. Об этом вы должны позаботиться заранее, взяв с собой удобный кронштейн, может быть даже стул и так далее. Именно для этого вы должны ознакомиться с локацией заранее. Старайтесь сотрудничать с персоналом и уполномоченным, а не работать против них. Тогда ваш сюжет будет более интересным, будет отражать работу, взаимодействие целого спектра услуг, историй и так далее. Чем больше людей, тем интереснее сюжет. Чтобы время съемки пролетало незаметно, фотограф обязан быть вежливым, позитивным и тактичным. Фотограф – это человек, знающий историю того, кого снимает. Добрый советчик и друг.